закончилась? Я буду добрым зубным врачом, потому что многие врачи вырывают зуб большому или маленькому, взрослому или ребенку, вырывают зуб и оставляют его себе, ложат под подушку, чтобы получить денежки. Получают они их от феи. А я так не буду делать. Когда я буду вырывать зуб, я его буду отдавать, чтобы люди радовались. Почему радовались? Потому что ты у них зубы повыдергивал. То, что у них будут деньги, и они могут их положить себе в копилку. Ничего хочешь сказать, что ты все зубы повыдергиваешь? Чтобы люди деньги получали, что ли? Нам нечего было сказать.